И еще одна хорошая новость для верующих. Уже завтра в Свято-Успенский храм прибудет икона Святой Матроны Московской. Святая Блаженная Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых. 28 сентября в Свято-Успенский храм привезут мощи святой. Накануне этого важного события мы встретились со священником, чтобы из первых рук получить необходимую информацию. Это одна из самых любимых и почитаемых святых нашей православной церкви. Почему? Потому что она практически является нашей современницей. Она жила в 20 веке. Люди, которые искренне верили в исцеление при помощи Божьей благодати, находили дорогу к Матроне Московской. Им в этом не могли помешать суровые ветры той нелегкой для православия эпохи. Люди постоянно приходили к ней за помощью, молитвенной помощью, за в нуждах каких-то, в скорбях, в болезнях. И еще даже при жизни, будучи исполнена благодати Божией, она помогала каждому, кто действительно приходил с верою. И до сих пор не зарастает народная тропа к мощам Святой Блаженной Матроны Московской. И вот мы будем иметь такую возможность и в нашем храме поклониться этой великой святыне, просить помощи, заступления, исцеления в болезнях. Итак, святыне можно будет поклониться в Свято-Успенском храме, где она будет с 28 сентября до полдня 1 октября. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».